Здравствуйте, дорогие мои! Приветствую вас на канале «Прогулки по Литве». Сейчас мы снимаем центр города. Все еще город в карантине. Смотрите, сколько птиц там. И ребенок так смотрит на них. Смешно. Видите, еще мало очень народа на улицах. Хотя это центр города. Это просто прелесть. Так смотрит она. Вот это новый отель. Ой, птицы ко мне пришли. Думают, что я у меня корм есть. Сейчас мы зайдем как раз в сеть магазинов Lidl. Это вообще здесь не только Lidl. Там много торговых центров здесь находится. И там много ресторанчиков, кафе. Но все они не работают сейчас. Сейчас зайдем в Lidl, и сейчас я буду вам снимать. Сейчас я снимаю вам, где булочки разные продают. Видите, сколько здесь. Люди здесь очень много берут всякого, поэтому так. Полки полупустые. Мы второй половине дня пришли сюда. Если первую половину, они полные должны быть. Вот здесь самые интересные. Продают всякие вот суп. Это бутербродики такие. Соки, вот салатики такие упакованные. А вот даже это вот такой бутербродик с кебабом написано. Вот здесь продают фрукты. Яблоки, груши, арбузы, потом дыню продают. Но они сейчас невкусные. Сейчас мы посмотрим. Баклажаны. Вот это отдел интересный. Здесь печенюшки очень вкусные. Вот с кокосом очень вкусные они. Сейчас мы возьмем вот эти кокосом. Это интересно, это чья производство, так даже не знаю. Разные грибы продают здесь, брокколи. Посмотрим, апельсины какие. Интересно. У тебя они не мятые. Две штуки возьмем. Видите, там достаточно большой отдел. Всякие.
вкусные такие курицы такие. Как будто вот яйца несут. Мусли маленькие. Вот я покажу, какие интересные они. Смотрите, сколько всего. Конфетов, шоколадиков, зайчиков. Ну и яйца такие пасхальные. Таких красивенькие они. И зайчики. Смотрите, моральные фигурки. Для детей это очень интересно, конечно. Вот это все макаронные изделия. Вот лазанья. Между прочим, очень даже вкусные. Здесь лазанья продается. Ничем не отличается от ресторанного лазанья. Вот это свинина и лазанья. А здесь вот видите, даже с говядиной есть лазанья такое. И не так уж дорого. Вот 2,59 евро стоит. Такой вот огромный. Это килограмм. Здесь вот продают готовые пиццы разными начинками. Видите, даже большие такие. Вот хавайские здесь. Смотрите, с грибами, с сыром разными, с сыровыми начинками. Видите? И не так уж дорого. Вот пицца вот 4 разными сырами здесь. 1 евро 99. Ну, в общем, 2 евро. И другие то же самое. Это, пожалуй, я возьму. Очень интересно, кажется мне, разные сыровые эти. А это посмотрим, какой здесь. Вот что это возьмем, попробуем. Смотрите, разные сосиски, колбасы. Видите, сколько сортов, даже не знаешь, сколько, что взять. Вообще Lidl отличается от других магазинов. Мне здесь очень нравится. Здесь цены дешевле, а разнообразие очень большое. Здесь даже вот готовые котлетики, вот индюшатина, готовые котлеточки. И недорого, вот всего 1 евро. Можно купить и все. И целик, один обед уже готов на 2 человек. Здесь сосиски разные сортов. Бери, что хочешь, в общем. А мне вот всегда нравятся вот эти охотничьи сосиски. Это даже не сосиски, колбасы.
колбасы такие. Может, это салями возьмем? А? Нет? Очень интересно. Вот кишка, это написано немецкий салями. Это копченая курица, потом это сало, по-моему. Так что карантин не действует здесь. В смысле, люди берегут себя, но смотрите, сколько вещей всего. Сейчас я рыбное дерево вам покажу. В смысле, даже не рыбное, это мясное. Просто здесь копченую рыбу тоже продают. Вот видите, это копченый лосось. А внизу это карп. Замороженный такой. Вот видите, смотрите. Это целая рыба. Это копченый лосось тоже. А это даже я не знаю, что за рыба. Здесь тоже рыба, тоже копченый лосось. А вот здесь даже суши продают готовые. А это мясное отдел. Мясо лучше покупать как-то не в упаковке все-таки. Это вот такие сосиски можно делать. Барбекю. Все вам снимаю. Тоже копченый лосось вот в таком виде продаю. Это стоит. Евро 79. Вот такой кусок. А здесь вот скумбрия такая. Здесь разные рыбы. Тоже лосось, селедка или скумбрия. Да. А, нет, селедка, это селедка такая. Видите, даже в стеклянных баночках продается так. Сейчас я вам снимаю, где разные сырки. Йогурты продаются. Этот отдел. Смотрите, такой достаточно большой отдел. А здесь сыры продаются. Вот это гуада. Достаточно популярный сыр здесь. Консервы продаются консервы разных рыб. Смотрите, вот скумбрия, потом здесь туна. Скумбрия. Шпроты. Здесь гуляш продается, свинина, это даже в баночках вот продается гуляш с рыбой. Разные вот гуляш.
Потом разные супы в баночках продаются. Потом паштеты. Там овощи. Вот копченые всякие. Я вам покажу, что мы купили. Вот две сумки. Не так много вещей. Вот. И сейчас обратно возвращаемся домой.